До какого возраста книга и ее автор могут воспитывать человека как личность? Конечно, есть люди, которые в 40 лет ждут свою сову из Хогвартса. Инфантилизм – это или норма? Ну, Ань, я вообще не считаю инфантилизмом зависимость человека от худлита. Наоборот, мне кажется, что признак инфантилизма, признак определенной душевной незрелости – это неумение читать, неумение впечатлиться художественной литературой. Это злые дети, жестокие. А человек взрослый, он открыт влиянием, и литература действует на него. И я думаю, что это признак зрелости, способность расплакаться над книгой. Ну и, по крайней мере, способность ее прочесть как аптечку, как лекарство, как руководство к действию. Я не очень понимаю людей, которые, значит, видят в литературе только развлечение, только чистую эстетику, ну и там, я не знаю, способ заболтать свои проблемы. Для меня литература все-таки это вещь, которая меня продолжает воспитывать, которая на меня живейшим образом воздействует. Это же касается и кинематографа. Как раз открытость к влияниям, к диалогу с читателем, с писателем, это мне представляется такой признак, ну, адекватности, по крайней мере, зрелости. Потому что понятно же, что литература – это не хобби. Литература – это такой способ спасения души, своей и чужой.